Всем привет на канале Куплен в Китае. Сегодня попробую починить сломанное вот устройство подачи, значит, воды в пылесос моющий Томас Твин Т1, по-моему, называется. Тут вот отломалось, как мы видим, сам шланг от вот этой части. Попробуем, значит, починить, приклеить как-то, потому что новая такая стоит 2500. Курок, как-то он, дозатор, или, ну, как-то так называется. Попробую отремонтировать, не знаю, как получится, не получится, там давление, в принципе, небольшое. Будет держать, не будет. На суперклей сначала попробую посадить. Так, я, значит, остаток вот сломанной вот этой вот трубки вот отсюда вот достал. То есть вот тут была вот такая вот изначально кусок трубки, и оно всунуто было вот в этот шланг и обжато вот этой вот штучкой. Прижато. Я, значит, это выковырил еле-еле, но, как видите, немножко повредил там отверткой, но потому что очень туго было. Елочка. Попробуем приклеить суперклеем это все дело. Ну вот, я приклеил суперклеем. Буду ждать, пока высохнет. Ну, это долго достаточно, может быть. То есть, прихватится, может, оно быстро, а вот именно полностью, чтобы он высох, должно пройти какое-то время. То есть, я это подожду. Потом посмотрю по прочности, может быть, еще сверху чем-нибудь погрею, типа фена там, пластик, чтобы немножко подрасплавить. Ну, а там как пойдет. Повезет, так повезет. Потом испытания буду проводить. Ну что, вроде у меня получилось приклеить. Так вот, залил. Держится вроде прочно достаточно. Ну, будем пробовать пользоваться. Я не знаю, как поможет, не поможет, но если нет, то не знаю, что-нибудь еще придумаю. Пока вот так. То есть мы туго это одеваем. Ну, ту же мне не одеть, просто боюсь сломать, расклеить. И, соответственно, мы вот этой вот части зажимаем, чтобы не соскочило. Ну и стараемся не гнуть с лишний раз. Так, вроде все.